сейчас сядьте, пожалуйста, поудобней или прилягте, кому как будет удобно. Почувствуйте опору под собой, почувствуйте диван или стула, на которую можно облокотиться. Поставьте удобно ноги или положите удобно ноги. Удобно расположите руки. Закройте, пожалуйста, глаза и постарайтесь расслабиться. Расслабиться, снять накопившееся напряжение. Как будто бы вам хотелось немножко встряхнуть и попредставлять образ. Обратите внимание на свои плечи. Начните расслабляться с мышц плеч. Представьте, как плечи становятся тяжелые, теплые и расслабленные. Плечи тяжелые и теплые. Тяжелые и теплые. Представьте, как приятное тепло распространяется из плеч по всему телу. Почувствуйте, как тепло опускается из плеч в руки, расслабляется верхняя часть рук, расслабляются локти, расслаблены запястья, расслабляются кисти рук, расслабляется каждый палец на руках. Руки расслаблены вплоть до самых кончиков пальцев. Руки становятся тяжелые. Теперь обратите внимание на то, как вы дышите. Дыхание становится свободным и ровным, свободным и ровным. Вам хорошо и приятно дышится. Постарайтесь почувствовать приятное тепло в груди, тепло в области солнечного сплетения, тепло в животе. Представьте, как тепло из живота опускается в ноги. Почувствуйте, как расслабляется верхняя часть ног. Расслабляются колени. Расслабляются голени. Расслаблены стопы и пятки. Расслаблены пальцы ног. Ноги становятся тяжелыми. Теперь обратите внимание на спину. Почувствуйте, как расслабляется поясница. Расслабляется позвоночник. Почувствуйте лопатки. Почувствуйте, как расслабляется середина спины между лопатками. Хорошо. Очень хорошо. Обратите внимание на свою шею. Расслабляется шея, затылок. Вся голова расслаблена. Расслабляется кожа головы, расслабляется лоб, лицо. Почувствуйте свои щеки, почувствуйте скулы, подбородок. Нижняя челюсть становится тяжелой, губы расслаблены.
язык теплый, расслабляется нос и глаза. Глаза расслаблены, веки тяжелеют, ресницы слипаются, вы расслаблены. Вы полностью расслаблены. И сейчас, когда вы расслаблены, я попрошу вас представить себе, как будто бы вы находитесь в вашей голове, и вокруг вас протекают ваши мысли, напряжение, ситуации, которые произошли за последнее время, и, может быть, они вас тревожили. Посмотрите на них. Сейчас произнесите сами про себя: я разрешаю быть в моей голове. И вы просто разрешаете им быть в вашей голове. И только вам решать, как будет происходить дальше. Поэтому представьте себе, что как будто бы сверху опускается большая, белая, пушистое облако. Опускается прямо к вам и просто пожелайте, чтобы мысли, ситуации, напряжение впитало это облако в себя. Просто пожелайте, и это произойдет. Все-все мысли, все напряжение, все, что вас тревожило, пусть облако впитывает. И когда вы будете готовы, просто отпустите это облако вверх. Пусть оно поднимается куда-то, вдаль, высоко. И пусть вас не волнует, куда оно улетает. Вы уже начинаете чувствовать полную свободу, спокойствие, чувство удовольствия. Очень хорошо. Почувствуйте полное удовлетворение. Почувствуйте эту тишину. Как вам комфортно, что как будто бы вокруг вашего тела мягко обволакивает энергетическое одеяло, мягкое-мягкое. Почувствуйте, как вам тепло, спокойно и безопасно. И сейчас, когда вы чувствуете полный комфорт и безопасность, может быть, начинают появляться первые образы в вашей голове. И, может быть, это большая зеленая лужайка. Посмотрите вокруг себя на эту зеленую траву. И начинают появляться цветы. Может быть, это ваши любимые цветы. Посмотрите на солнце, которое светит ярко. Посмотрите на свои ноги. Посмотрите, вы в обуви или вы босые. И если вы босые, просто попробуйте почувствовать, какая трава у вас под ногами. Мягкая, комфортная. Попробуйте почувствовать одежды, в которых вы одеты. Попробуйте почувствовать рукой
проведите в области живота, чтобы вам было комфортно, чтобы одежды вам не давили. И когда вы будете готовы, проходите немного вперед к вашим цветам, которые возникли в ваших образах. Подойдите ближе к вашему цветку и посмотрите на него. Пощупайте лепесточки, какие они на ощупь. Также можете вдохнуть аромат этого цветка. Посмотрите, какой стебель, листочки, как он растет. Просто пощупайте листочки. Насладитесь этим моментом, вдыхая этот запах. Может, вы увидите красивых бабочек, или, может быть, вы услышите красивое пение птиц. Почувствуйте, как все вокруг становится комфортным, спокойным. Когда вы будете готовы, просто посмотрите вперед, и там, совсем недалеко, вы увидите дерево. Посмотрите на это дерево, как оно выглядит. И просто проходите к этому дереву. Попробуйте ствол дерева, проведите рукой кору дерева. И когда вы все это сделаете, просто повернитесь спиной к этому дереву и облокотитесь. И сейчас, в этот момент, ствол дерева становится как будто бы мягким, и вы начинаете очень мягко спиной входить в это дерево и становиться самим деревом. Входите в дерево аккуратно, протягивая ноги и становясь корнями. Ваши ноги становятся корнями этого дерева. Прям протягивайте ноги и почувствуйте, насколько глубоко или широко уходят ваши корни. Ваше тело становится стволом дерева. Ваши руки становятся ветвями этого дерева, на котором располагаются листки. И ваша голова становится кроной дерева. Хорошо. Сейчас прям почувствуйте, как вам становится в этом дереве, в этом воплощении. Сейчас обратите внимание на ваши корни и попробуйте корнями впитать в себя воду. Может быть, какие-то минералы. Прям попробуйте впитывать корнями и протягивать чуть выше в ствол дерева. И сейчас проследите, как проходит вода, все ли корни живые. Проверьте, может быть, у кого-то есть небольшие какие-то блоки в этой корневой системе. Или, может быть, что-то сломано. Может быть, какой-то зверек что-то подъедает.
просто хорошенько проверьте, а у кого все проходит без затруднений, проводите воду в ствол дерева и постарайтесь подтягивать по стволу выше и выше. И потому как вы протягиваете воду, может быть, вы впитываете также минералы, чувствуете, как проходит вода. Если она проходит легко и свободно, протягивайте воду выше, которая уходит на ветви, которая входит в листочки. Выводите выше, к самой кроне дерева. А если у кого-то есть какие-то блоки, просто наблюдайте. Если вы не можете протянуть, пока оставляйте как есть и постарайтесь протянуть немного другими путями. Делайте так, как вам комфортно. Хорошо. И прям чувствуйте, как этой водой наполняется каждая клеточка дерева, каждая клеточка этого организма, этого мощного организма. Проводите до самых листков. И когда у вас получится, когда вы будете готовы, обратите внимание на солнце, которое светит. Почувствуйте, как лучики солнца падают на крону дерева, рассеиваясь, падают на листки дерева. И прям вот пошевелите листочками и начинайте впитывать солнце, солнечную энергию, солнечные лучики. Прям полностью всеми листочками начинайте впитывать эти лучики, также кроны дерева, и насыщаться солнечной энергией. Очень хорошо. Почувствуйте, как энергия начинает входить. Почувствуйте, как тепло, комфорт. Проводите эту энергию также по всему организму, по всему дереву вниз. И если у кого-то были блоки, или, может быть, сломана какая-то веточка, проводите эту энергию солнца и залечивайте, исцеляйте. Направьте эту энергию в то место, где вы почувствовали какой-то дискомфорт. И исцеляйте солнечной энергией. У кого проходит все спокойно, просто наполняйтесь этой энергией. Очень хорошо. Возьмите время, то, которое вам нужно, сколько вам нужно. Кто уже сделал,
уже готов, можете потихонечку, постепенно выходить из дерева, точно так же, как вы заходили, точно так же просто выходите из дерева, выходите на поляну, почувствуйте всю силу, которую вы взяли, всю мощь. Почувствуйте, как вы наполнились энергией земли, энергией воды, энергией солнца. Посмотрите, может быть, вы увидите сейчас небольшой водопад. Может быть, у кого-то это будет озеро или большая река, может быть, маленький ручеек. Просто подойдите к этой воде, и вы увидите, вода прозрачная, чистая. Она живо течет, и от нее веет приятной прохладой. Можете просто попробовать воду рукой, а кому удобно, можете попробовать зайти чуть поглубже. А у кого водопад, вы можете даже искупаться. Почувствуйте, что вам комфортно, почувствуйте, что бы вы хотели, и сделайте это. Возьмите сколько времени, сколько вам нужно. Может быть, кто-то увидит сияющие камешки. Просто наблюдайте, что будет происходить вокруг вас. Просто наблюдайте ваши ощущения в теле. А для тех, кто решил искупаться, когда вы выйдете, посмотрите, может, вы увидите новые одежды, которые вас будут ждать. И всем, кто готов, проходите обратно на поляну, проходите туда, где вы появились первый раз, почувствуйте свою обновленную энергию, и если кому-то еще нужно, вы можете подтянуть энергию солнца, если кому-то это необходимо. Прям представьте просто золотой поток, который идет сверху. Это энергия солнца. Если кому-то необходимо, просто сделайте кокон, золотой кокон с энергией солнца. Это будет защита, наполнение. И всем, кто это сделал, все, кто готов, потихонечку, постепенно, в собственном темпе, возвращайтесь в свою комнату, здесь и сейчас. И когда вы вернетесь, вы будете чувствовать себя хорошо. Вы будете чувствовать себя наполненной, расслабленной. Очень хорошо. Сейчас не спеша поверните голову вправо, влево.
влево. Также можете аккуратно потянуть руки, ноги и потихонечку, постепенно возвращайтесь.